И на кого работаете? На кого вы работаете? Кто босс в этой фирме? Брат! 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 Тебе так трудно пережить то, что я выиграл спор? Ты думаешь, я ударил тебя, потому что не смог пережить это? Займись своим делом. Если боишься получить взбучку от отца, не переживай. Я получу вместо тебя. Заняться своими делами? Делами. Моим делом было то, что ты испортил. Это было моей работой. Работай, займись своим делом. Посмотрите на эту команду передо мной. Как вы могли быть такими безответственными? Команда полагалась на Синана, а Синан полагался на спор с Его за отец. Отец, они не виноваты. Я во всем виноват. Я их заставил. Виновник ты. Но безответственность и ошибка ваша. Вы все уволены. Вы меня услышали? Я свое сказал. Можете уходить. Алло. Еханбей, нам нужно срочно поговорить. Отец, это все моя ошибка. А теперь очередь за вами. Еханбей. У меня очень важное совещание. Что такого срочного? С девушкой, чьи фотографии использовали, не заключили договор. Это большая ошибка. Девушка может сделать все, что захочет. Продолжай. Они могут потребовать компенсацию. И что самое важное, из-за этого могут возникнуть большие проблемы и возникнет скандал. Скандал. Срочно найди эту девушку, нам нужна ее подпись, хорошо? Хорошо. Не делайте вид, будто бы вам стыдно за ваши действия, и я будто обидел вас. У двоих дураков, спорящих о работе, не может быть стыда. Понятно вам? Отдай мне ключи от машины. И кошелек. Как это? Да, я тебе сказал. Все твои карты заблокированы. С этого момента и счет в банке заморожен. Постой. А, то есть, с этой минуты ты без машины и без денег. Конечно, ты мой сын. Мой наследник. Кроме того, что ты наследник, с этой фирмой тебя больше ничего не связывает. Но отец... Из-за тебя столько людей лишились работы. Что думал будет с тобой? Раз твой отец больше на тебя не полагается, то и ты не будешь полагаться на него. Теперь за твоей спиной нет отца. Понял? Можешь идти. Выходи.
Вот это да. Синан, думай, шевели мозгами, спаси себя. Отец, на данный момент афиши собраны только с трех районов, но все будет собрано только ближе к вечеру. Стой. Ты придал смелости своему брату. Поэтому ты тоже виноват. Я и так принимаю свою вину, отец. Но ты наказал и невиновных. Эти люди, поверив Синану, приняли неверное решение. Вот и все. Для того, чтобы наказать нас, ты не должен был увольнять их. Я вижу, что здесь все забыли. Кто является главой этой компании? Говоря о вине и наказании, я еще не закончил, сынок. Косметика была твоим престижным проектом. Но твой проект сравнял с землей наш престиж. Отец, не делай этого. Отдел косметики закрыт. Отец, то, что ты сделал, это несправедливо. Я вложил 2 года своей жизни в этот проект. И ведь не только я. Химики, лаборанты. Рядом со мной круглосуточно трудились еще 70 человек. 2 года. Вот она твоя справедливость. Чтобы наказать своих сыновей, ты готов играться насущным хлебом этих людей? Тебе надо было думать об этом до того, как превращать насущный хлеб этих людей в закуску для пьяных. Как ты смеешь выражать сомнения в справедливости своего отца? А? После всего содеянного, какое ты имеешь право? Посмотри на себя. Для меня ты большое разочарование. В этой жизни я ото всех всего ожидал, но не от тебя. От меня не ожидал, да? Не ожидал от своего золотого ребенка. Потому что я замечательный, я безупречный, я образцовый ребенок, так? Я обязан быть справедливым, правильным, потому что ты такой. Сказать тебе кое-что, отец. Я не хочу быть твоим золотым ребенком. Я не хочу быть твоим золотым проектом. Для того, чтобы быть замечательным еще в свои 12, я не желал ехать в Америку. Когда я нуждался в своей семье, братьях, матери, отце, я не хотел чувствовать себя чужим в стране, на языке, который ты даже не говорил. Ты хотел, чтобы я был замечательным. Но не вышло, вот. Что бы ты ни делал, не вышло. Я не смог стать замечательным. Отец, ты в порядке? Папа? Что он творит? We'll be right back.
Слушай, мы найдем способ, чтобы смягчить отца, ладно? Вместе. Спасем всех, кого выгнали, и сами спасемся. Ты ведь спрашивал, если я выиграю, что ты мне подаришь, да? Прошу, ты выиграл это. Поздравляю. Теперь иди, Адецу. Брат? Придумай же что-нибудь. Папа, могу выйти? Папа? Это брат дал. Папа? Мой брат подал заявление об увольнении. Ты же не примешь его, да? Ты не примешь, папа? Давай, сделай что-нибудь, давай! Смотри, все наши молитвы приняты. Смотри, говорю тебе, наша жизнь изменится. Пожалуйста, пойми меня. Все теперь закончила, слышала? Все, вставай! Папа, брат ни в чем не виноват. Даже если бы мы не поспорили, я собирался это сделать. Папа, я совершил ошибку, потому что я влюблен. Прости меня. Я виноват. Я влюблен. В Хазан. Отец, я впервые в жизни влюблен как безумец.